Всем привет! Вы на канале Twinkle. Значение слова «тигр» с древнегреческого переводится как «быстрый и острый». Это один из крупнейших хищников. Тигры уступают размерами лишь медведям. Для поддержания нормальной жизнедеятельности взрослому тигру необходимо съедать до 70 копытных в год. Голодный самец тигра способен съесть за один прием до 50 кг мяса. Свою добычу хищник может поедать несколько дней, а долгое отсутствие пищи животное компенсирует большим подкожным слоем жира. Давайте посмотрим, на что способен этот хищник в деле. Досмотрите до конца, если понравится, жмите на колокольчик, но можете сделать это прямо сейчас. Начинаем! В этом первом моменте туристам удалось заснять, как тигр аккуратно подкрался и атаковал оленя. Шансов убежать у оленя почти не было, ведь тигр может разогнаться до 80 км в час. Вы видите, что хищник напал на жертву сзади. Такой стиль нападения я замечал очень часто. В отличие от львов, тигр не старается сразу хватать за шею. Он любитель помучить свою добычу. Дальше тигр просто задушил оленя. Вот еще похожие случаи. А сейчас давайте посмотрим на глупых собак, которые перепутали тигра с кошкой. Да, лаять на тигра в клетке сможет даже пекинес. Но давайте посмотрим на реальные схватки. Этого тигра посадили на цепь, он еще совсем маленький и старается уйти от наглого лающего питбуля. Но питбуль начал наглеть еще больше и сразу оказался в клыках дикого зверя. Если тигру не хватает еды в дикой природе, он может полакомиться даже домашними собаками. А дальше инцидент, который видели многие. Он произошел в национальном парке Казаранга в 2004 году. Этот слон катает туристов, как вдруг из травы выскакивает тигр и в невероятном прыжке почти цепляет человека на слоне. Выглядит шокирующе, особенно его злая морда во время прыжка. А тут легким испугом удалось обойтись мотоциклисту. Люди путешествовали через Памбру в Индии. Тигр выпрыгнул на дорогу, но ему не хватило всего метра, чтобы дотянуться до мотоцикла. А это тоже произошло в Индии в национальном парке Мандхавхар. Этот парк известен своей большой популяцией королевских бенгальских тигров, особенно в центральной зоне Тала. Слон с туристами слишком близко подошел к тигру, который начал защищать свою добычу, но бросаться на людей, как в предыдущем случае, он не стал. Дальше удивительные кадры атаки тигра-самца на охоте. Он выследил взрослого гаура, который в Индии является крупным рогатым скотом. Это очень редкий случай, снятый на камеру. Тигр сразу цепляет гаура за горло, не оставляя ему ни малейшего шанса на спасение. А тут нападение на стадо коров прямо на дороге возле города. Теленок, который бежал последним, сразу становится тигру вкусным обедом. В начале видео мы уже говорили, что тигр может разогнаться до невероятных 80 км в час. Вот вам и доказательства. Тигр легко догоняет даже быстрого страуса. Тигр – это самая большая и самая грозная кошка в мире. Взрослые амурские тигры достигают в длину 3,5 метров, а вес может быть более 300 кг. Одним ударом своей лапы он может убить лошадь. В период размножения тигрицу, как правило, обхаживает один самец. Но в условиях повышенной численности среди самцов бывают схватки за право обладания самкой. Похоже, именно из-за тигрицы идет эта схватка. Такова дикая природа, побеждает самый сильный, ведь только так потомство получает лучшие гены. Вот еще несколько похожих схваток. Тигр против дикого кабана.
Вы видите, как прохладным утром тигрица решила оставить своих детенышей и отправилась на охоту. Она заметила нескольких ряков, занятых едой у водоема, и тихонько подкралась к ним на цыпочках. Тигрице реально повезло, бедняга-кабан выбежал прямо на нее, как будто сам запрыгнул в ее смертельные объятия. Он немного сопротивлялся, но все было бесполезно. Вот еще одна свинка, которая сама прибежала в зубы хищнику. Тигр спрятался в болоте и сразу атаковал дикого кабана, который пришел на водопой. А этот огромный дикий тигр нападает на буйвола в лесу Бандипура. Всего за несколько секунд хищник смертельно ранил свою жертву. Другие буйволы пытаются спасти своего сородича, им удается отогнать тигра, но это бессмысленно. Он просто подождет в сторонке, когда их стадо покинет раненого и начнет свой пир. А вот и смешной момент. Тигр против обезьяны. Вы видите, как тигр залез на дерево, пытаясь поймать обезьяну. Там он выглядит неуклюжим и еле держится на тонких ветках. Обезьяна оказалась хитрее и висит на самом краю ветки. В конце тигр не удержался и очень смешно падает на землю. Медведь против тигра. Медведи, ленивцы или губачи известны как самые агрессивные на земле. Вы видите момент сражения, когда самка медведя-ленивца встретилась с большой кошкой лицом к лицу. Борьба последовала после того, как медведь подошел к водоему со своим молодым детенышем. Как только тигр увидел медведя, направляющегося к воде, он злобно набросился на него прямо перед малышом. Чтобы защитить своего ребенка, ленивый медведь яростно сражается с тигром, и несмотря на серьезные травмы во время битвы, ему удалось прогнать полосатого хищника. Даже не верится, что тигр на такое способен. Он напал на огромного крокодила и схватил его за шею. Вы видите, как самый злобный хищник сам стал жертвой. Но видео обрывается на самом интересном моменте, и непонятно, чем все это закончилось. Как вы думаете, что было дальше? Напишите в комментариях. Если вам понравилось, жмите на колокольчик. Спасибо всем за ваши подписки и лайки. До встречи в следующем видео.